Здравствуйте. Вас приветствует интернет-магазин mobile.gold.com.ua. И сегодня я хочу представить вам новую модель в нашем интернет-магазине. Это Nokia J8. Телефон идет в форм-факторе кнопочный моноблок. Телефон очень интересный, достаточно большой, очень увесистый. То есть в данном телефоне присутствует дисплей 2,4 дюйма, что говорит о его размерах. То есть телефон действительно большой, но он совершенно не громоздкий. Он очень-очень удобный для своего, для своей формы. То есть инженеры не просто так его придумывали от фонаря, поэтому телефон действительно очень-очень достойный и очень интересный. Данный телефон идет, повторю еще раз, в форм-факторе моноблок. На передней панели данного мобильного телефона мы видим очень громкий звуковой динамик. Также логотип названия и марки данного телефона. Оригинальный логотип Nokia, который находится под стеклом, который не вытирается и находится действительно под стеклом. Давайте я сконцентрируюсь на нем. То есть логотип у нас находится именно под стеклом и абсолютно оригинальный. Также в данном телефоне мы видим кнопочку клавиши вызова, кнопочку завершения вызова, кнопочку телефонной книги, кнопка меню, вызова меню данного мобильного телефона и прочее. Это не то. И прочее. Клавиши на данном мобильном телефоне достаточно крупные, все языки присутствуют. Присутствуют у нас такие языки как турецкий, английский и, соответственно, русский шрифт. У нас все очень читаемо, все очень видно, просто камера, наверное, не может. Вот, сейчас видно это все. Камера передать не может. Вон он, русский шрифт обязательно есть на данном телефоне. Телефон полностью русифицирован. Вот так вот выглядит дисплей нашего мобильного телефона. Мало того, что дисплей очень большой, вдобавок он еще очень-очень яркий. Давайте разблокируем данный мобильный телефон. Данный телефон разблокируется так же, как и все телефоны Nokia. На верхней панели данного мобильного телефона телефон полностью металлический, что делает его противоударным, практически противоударным. Падений боится, наверное, только дисплей в данном мобильном телефоне. Больше ничего, я уверен, что падений не боится. На верхней панели телефона у нас виден очень яркий светодиодный фонарик. Давайте мы его попробуем запустить. По-моему, у нас запускается, как и все. Фонарик действительно очень-очень яркий. То есть данным фонариком можно освещать не только замочную скважину для попадания в нее ключами, но также подъезд, лифт и даже асфальт в ночное время суток на улице. Чем еще может похвастаться данный мобильный телефон? На задней панели мы видим очень громкий ямаховский динамик. Динамик действительно у нас очень-очень громкий, безумно громкий. Также у нас идет светопоглотитель над камерой и камера 2 мегапикселя, которая делает достаточно сносные снимки. Я это все продемонстрирую. Крышечка у нас глянцево-матовая, она такая вот вроде бы как и глянцевая, и одновременно она еще и вот такая вот шершавая, матовая, то есть, вы, наверное, слышите, то есть об нее можно точить ногти, для того, чтобы телефон, так как он достаточно увесистый, для того, чтобы данный телефон очень комфортно лежал в руке и не выпадал. Верхний шрифт. Ну, давайте, в принципе, весь телефон мы уже посмотрели. Давайте я его еще покручу. Вот так вот он выглядит сбоку. Такая большая увесистая плитка там на телефон. Внизу мы видим стандартный разъем microUSB. Для подключения и синхронизации данного телефона с компьютером отверстие у нас под зарядное устройство Nokia, обычное, тоненькое. Отверстие у нас под микрофон, но, в принципе, больше ничего и нет. Также в данном телефоне у нас
имеются все функции современного мобильного телефона и даже более. Ну, давайте мы зайдем в меню данного телефона. Я думаю, сам корпус данного телефона вы увидели, поэтому давайте я сейчас немножечко его приближу, чтобы вы видели полностью дисплей, шикарный дисплей данного телефона и то, что на нем будет происходить, то, что мы сейчас, в принципе, будем смотреть. Ну, как вы видите, батарея, часы, то есть на данном телефоне отображаются достаточно четко, абсолютно ярко и достаточно крупные значки, то есть поэтому даже человек с ограниченным зрением без проблем сможет видеть все, что происходит на данном мобильном телефоне. Время у нас покажется тоже большой иконочкой, первая, вторая сим-карта и задачи на каждый день тоже также можно выставить на данном телефоне. Так, чем же порадует нас данный телефон внутри? Ну, внутри мы переходим к его внутренним параметрам. Это такие, вот они идут у нас такие вот интересные иконки. Меню очень светлое, все в радостных тонах, то есть ничего темного, такого сурового. Все в очень радостных, приятных тонах, таких вот голубых тонах. Вот. Ну и первое у нас, соответственно, идет контакты. Контактная книга у нас, есть быстрый поиск по буквам. То есть очень-очень удобно, очень интересно. Также у нас есть настройки данного телефона, настройки вызовов, настройки телефона, показать, то есть это настройки дисплея, контраста, время подсветки клавиатуры и всего остального. То есть настроек достаточно много, поэтому есть из чего выбрать. Безопасность, то есть безопасность данного телефона, то есть настройки безопасности и соединение, то есть GPS-сервис, то есть вы можете подключить интернет, либо отключить данный интернет, выбор сети и всего остального. Также в данном телефоне есть приложения. В приложениях мы видим такие пункты меню, как сигнал, калькулятор, часы. Калькулятор выглядит у нас вот так вот, очень удобный, очень интересный калькулятор. Сигнал, то есть это уже идут будильники. Будильников можно задать целых 3, то есть этого вполне достаточно, я думаю. А также у нас есть часы. Так, мировое время, сигнал и также есть даже таймер, то есть можно выставить таймер. Также в данном телефоне есть мировое время. Вы можете задать какую-либо опции добавить город, то есть добавляете город, и данный телефон отображает, в принципе, время в том часовом поясе, который вы укажете. Touch Light это, ага, это у нас вот загорелся фонарик, то есть вы можете фонарик запускать долгим нажатием, 3-секундным нажатием на центральную клавишу джойстика, либо вот так вот, зайдя в меню. Но мне кажется, что нажатие на центральную клавишу джойстика все-таки гораздо проще. Вот. Ну и, соответственно, в данном телефоне есть Bluetooth для передачи каких-либо фото, данных, музыки, то есть и всего остального. Ну, сейчас уже Bluetooth навряд ли кто-то пользуется, то есть все это очень удобно передается, все это очень удобно передается посредством USB кабеля. Вот. Следующий у нас идет досуг. В досуге у нас идет большое количество игр и программ, установленных Java, и программ для быстрого доступа в социальные сети. Первые две у нас игра, это игра Змея и игра Тетрис. А также у нас внизу дальше пошли уже непосредственно иконочки приложений MSN, Facebook, очень известное приложение Yahoo, сообщения, Twitter и Java. Java, предупреждение, нет устройства сохранения. Java, то есть вы можете качать Java приложение. Ну, у нас сейчас просто не установлена карта памяти, поэтому приложение у нас, соответственно, качать некуда, так как стандартной памяти данного телефона достаточно мало. Так. Ну и тут у нас идут сообщения. Сообщения, соответственно, у нас есть написать, входящие, исходящие сообщения, черновики, отправленные сообщения, защищенные входящие сообщения. То есть вы можете защитить какие-либо сообщения, то есть и входящие сообщения, задать на них пароль, и никто не прочитает. Для китайского телефона это достаточно интересная, необычная функция и, скажем так, хай-тек, новинка.
Также у нас есть шаблоны сообщений, что тоже удобно. Мало того, что здесь есть готовые шаблоны, также вы можете задать уже и сами эти шаблоны, сами написать от руки. Так, дальше у нас пошли сообщения передачи. То есть это, я не знаю, сообщение вещания. Служба голосовой почты. Голосовая почта у нас даже есть, но вот запрашивать сим-карту. То есть, ну, в общем, все эти функции есть, все функции современного мобильного телефона в этом телефоне абсолютно все присутствуют в полной мере, в полном объеме. Это я вам гарантирую. Ну, давайте дальше мы пойдем по меню. Там мы немножечко отвлеклись. Точнее, я немножечко отвлекся. Следующий пункт у нас это профили. Профили пользователя. То есть в данных профилях вы можете настроить мелодии входящих вызовов, SMS, MMS на входящие звонки и SMS, MMS со своей карты памяти, либо выбрать из телефона предлагаемые по умолчанию заводом. Ну, уподобляться, как это делать, я не буду. Давайте я быстренько покажу, чтобы у вас не произошло загвоздки. Ну, выбираем, к примеру, нормальный профиль, опции. И выбираем настройки. И вот переименовать, чтобы вы можете переименовать данный профиль, настройки мелодий, настроить громкость данного телефона, то есть максимально. Очень громкий телефон, реально телефон очень громкий. Тип звонка, то есть очень много настроек, я не буду все показывать, иначе у нас целый видеообзор займет, наверное, часа полтора. И сигналы других оповещений, то есть вот тон клавиатуры, сигналы разряда батареи, звук включения-выключения, тотальный вызов. То есть данный телефон можно настроить под себя очень просто, круто, очень замечательно. Телефон действительно, ну скажем, для своей цены это телефон абсолютно бесплатный. Дальше у нас идет календарь. В календаре мы видим просто календарь и, соответственно, можно сделать какие-либо заметки, как и в любых современных телефонах. В календаре вы можете делать свои заметки. Ну и, соответственно, у нас есть журналы вызовов, это пропущенные, набранные, принятые вызовы, отклоненные вызовы, удалить все таймеры разговоров и счетчик GPRS даже есть, то есть счетчик потраченного вами трафика при наборе, при серфинге в интернете. Также у нас есть список файлов, то есть файловый менеджер вашего телефона и вашей карты памяти, если такая имеется в данном телефоне, если вы укомплектовали его картами памяти. Дальше у нас идет предпоследний пункт меню, это интернет. Мы уже заканчиваем обзор нашего мобильного телефона. В интернете у нас достаточно шустрый браузер. Сам лично пробовал, проверял. То есть в китайских телефонах браузеры установлены по умолчанию, но браузеры, я скажу, достаточно шустрые. В общем, нареканий на браузер у меня нет совершенно. То есть браузер действительно справляется со своей задачей очень-очень хорошо, не хуже Opera Mini любой. И последний пункт меню это у нас аудио. Это у нас, соответственно, MP3 плеер для любителей музыки. Плеер действительно очень интересный, очень удобный. Список треков также очень удобный. То есть плеер у нас достойный. Ну, скажем так, из китайских телефонов я даю данному телефону 5 баллов из 5, потому что данный телефон для своей ценовой категории, ну, он очень дешевый, то есть оригинальные телефоны с подобным функционалом будут стоить гарантированно гораздо дороже. Это я вам даю свои 100% гарантии, так как, поверьте, в телефонах и в ценах я достаточно хорошо разбираюсь. Как для менеджера интернет-магазина. Ну, давайте мы выключим данный мобильный телефон. То есть телефон выглядит у нас вот так. Мы телефон уже посмотрели. Будет также несколько фотографий. То есть обязательно повторю еще раз с вами интернет-магазин mobilegold.com.ua. Пытаемся делать для вас максимально детальные видеообзоры. Они немножечко любительские, но все же пытаемся максимально донести клиенту всю информацию о телефоне. Основную, которую считаю основной, потому что если разбирать все детали данного мобильного телефона или любого китайского, то видеообзор будет занимать порядка, наверное, 2 часов, и, соответственно, это будет за ваши деньги. Давайте мы выключим данный мобильный телефон и
такая замечательная музыка у нас играет при включении и выключении данного телефона. Очень приятная мелодия. Вы ее, кстати, можете менять сами по себе. Ну, откроем заднюю крышечку. Крышечка у нас безумно толстый металл. Вот вы можете увидеть, это металл действительно очень-очень толстый. И чем порадует нас еще данный телефон? Это тем, что в данном телефоне стоит аккумулятор, оригинальный аккумулятор с вот таким вот голографическим логотипом. Оригинальный аккумулятор от JBest повышенной емкости, безумно повышенной емкости на 2000, на 2500 мАч. То есть аккумулятор очень у нас огромный. Если сравнивать с аккумулятором из обычных телефонов Nokia, давайте мы, о боже мой, посмотрим. Вот так выглядит обычный аккумулятор Nokia BL4C. И вот так выглядит наш аккумулятор повышенной емкости. То есть в данном аккумуляторе у нас 890 мАч. Давайте я ближе покажу. В аккумуляторе же данного мобильного телефона у нас идет 2500 мАч. Но я уверен, что 2300 здесь 100% есть, потому что действительно аккумулятор очень-очень большой. Под аккумулятором у нас находится два слота под сим-карты. Слот сим-карты 1, слот сим-карты 2. И также у нас есть слот под карту памяти microSD объемом памяти до 16 гигабайт, 16 гигабайт включительно. Также у нас есть два IMEI в данном мобильном телефоне, так как данный телефон идет на две сим-карты, соответственно, IMEI у него будет также 2. И самое прикольное, что надпись здесь, соответственно, сделана в Китае, но надпись у нас Made in Finland. То есть сделан он как оригинал в Финляндии якобы. И если даже кто-то разберет или упадет ваш телефон и отлетит задняя крышечка, то вам не будет за ваш телефон стыдно, так как ваш телефон, в принципе, по сути, сделан в Финляндии. Вот. Такая замечательная модель мобильного телефона. Это был обзор телефона J8. Интересный, прикольный мобильный телефон. Я советую. Ну все, в принципе, все. С вами был интернет-магазин mobileglot.com.ua и я его менеджер Цирульник Тарас. Спасибо большое за внимание.